еще забедренный сустав, да, все правильно. Придется. Отпускай плечо, расслабь. Все расслаблено. Вот, позвонок был, да? Да. Вот тут побольше назад отцепить. Оп. Расслабились и на счет три выдох. Раз, два, три. О! Вот оно все и было. И вот обратно декомпрессия поясницы в обратную сторону. Тазовые кости отталкиваем их как отбойным молотком. Ну, после правки прям чувствуется, что и плечи, да, свести стало легче, потому что до этого как бы из-за того, что еще у меня сколиоз, немножко плечо было вперед подано, да. Сейчас прям стало, как будто снял мешок картофельный с плеч. Очень большое спасибо. Мешок с корнями. Да, те, кто смотрит, сомневается, рекомендую, сходите обязательно, не стесняйтесь. Какая приятная пластичность. Да, 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 да. Прям. Так, ну вот у нас создалась уже активная гиперемия на всем теле. Чем я тебя поздравляю со здоровым румянцем на всю спину, от сих до сих. Это хороший процесс, значит, тугая кожа отличный, трофика ткани в норме. Терпимо, в принципе, да? Да, да. Удивительные места у тебя были ягодицы такие, да? Забитые, да. Забитые. Но ты вытерпит хорошо. Да-да, не зажимайся. Терпимо? Ага. Немножко давай вот так. Ну. Вот сюда. Нормально, да, сейчас? Ага. Стало. И вот в сторону. Отпускай ногу. Расслабляем мышцы. Вот так, вот так. Угу. Ох. Вот. А для чего все это делается? Потому что у нас, собственно говоря, лечится сама собственная наша кровь. Вот эта вот гиперемия говорит о том, что пошли процессы, метаболизм ускорились. И кровь несет полезные микроэлементы к нашим суставам, к сосудам. Сейчас терпи. О, было, да? Ага. О, отлично. Ну, это бедро. Бедро вошло на место. Быстрый энергетический массаж. Сразу с воздействием на кости и связки. Если хочешь, можешь что-нибудь говорить, рассказывать. Ну, да. У нас ведь же не беседы, все. Ну, я говорю, во время массажа уже там половина прохрустела. Ну да, и это все еще подготовка к дальнейшей нормальной правке. Сейчас мы будем тебя править. А человек у нас сегодня большой, 222 сантиметра. И, соответственно, все высокие испытывают проблемы со спиной, рычаги большие. Ну это да, да. Так, потерпи. Ага. Чуть-чуть. О. Пока стучало, не отдавало сюда? Немножко было. Ну, уже как бы размяли предварительно, уже не так, конечно. Как... Уже легче, да? Да. Ну, это вот признак того, что там какая-то протрузия есть. Ага. L5S1. Так, выдох. И еще раз. Выдох. И теперь еще выдох. Сейчас мы с тобой подышим. Включаем АСМР. Если АСМР, а вы слышите нас, дышите вместе с нами. Выдох. Аутогазанау. Теперь длинный протяжный выдох. Это все была подготовка для мощной декомпрессии. Теперь выдыхаем и расслабились. Еще раз давай.
какие глубокие хрусты. Ну, в смысле, в глубине. В глубине там, да? Ага. Ну вот отлично, что мы добивались. Продолжаем расслабляться. Ну, то есть я вот чувствую под пальцами прям спайки, да, вот есть местами такие эти уплотнения, видимо. Все есть, да, да. Вот как раз под лопаткой сейчас ага, мы вот она, да, да, и проработаем. Ты чувствуешь, да? Ага, да. Ну, наверное, чувствуется, где палец вот прям уже до, достает внутрь вглубь ткани, а где-то вот как будто ему что-то, ну, это, ну как на лежачем полицейском. Да, как бы подпрыгивает ага, палец. Да, да, да. Да, да. Но это, по идее, я должен чувствоваться, не ты. Ну, я... То у меня палец подпрыгивает. Не, я чувствую, что как бы идет глубоко, глубоко палец, потом он как бы перепрыгивает через что-то. Ослабили, все ослабили. Да, есть такое. Лопатку тоже раз отпускай, держишь руку, еще раз отпусти. Во! Ощущение, как будто она отклеилась. Пошла игра. Да, опять держишь, еще отпускай. Вот так, вот так. Угу. Подними даже вот. Три пальца залазят. Кайф. Тянем, тянем, тянем. По китайской технологии. Отпускаем. Кайф. Залезем под лопатку. Опять держишь, ослабляй. Вот здесь. Не больно, да? И мне вот где-то там точечка есть такая. Это... А тут, наверное. Да, 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 вот она. Подлопаточная мышца, честно говоря, редко кто до туда добирается из массажистов. Но ой-ой-ой. Она бывает очень зажата. Да, вот почувствовал. Набрался. И с этой стороны, да, так же. И здесь вот. И с этой стороны. Да, потихти. Попыхти, попыхти. Нормально. Было полезно подышаться тоже. Да, сейчас мы обработаем. Об твои ребра перетрем. Опускай локоть. Угу. Вот идем вдоль волокон трапециевидной мышцы. А теперь поперек. Ну ты молодой, все выдержишь. Ты, кстати, в первый раз, да, на таком массаже? Да, на массаже первый раз ее даже. Ну, не в первый раз в жизни на массаже, да? Да. Не, ходил к мануальщикам, но вот на массаже именно первый раз я, те, кто зрители смотрят, если очень рекомендую, сомневаться, не стоит сомневаться. Ну да, массаж с виду достаточно жесткий, да? Вот потерпи еще такие точки. Покрехтим, постоим, давай. А, еще немножко. Вот тут чуть-чуть. Триггерные зоны. Триггерные точки еще. Ну тут уже не болит. Ой, да, вот трапеция тут вообще жестковато. Ну, вообще рекомендую, то есть кто вот смотрит там, сомневается идти, обязательно сходить, это кровь начинает ходить, ну прям чувствуется, потому что если просто сходить к мануальному терапевту, который просто тебя прохрустел, это как бы одно, потому что обычно они даже не разминают особо так. Да, речь о том, что многие, кто видит видео, да, у мануальных терапевтов, у костоправов, они сразу, у них сеанс там 7, может 10 минут идет, да? Да, да, да. Просто на холодную работу, да? А человек может быть не готов, у него могут быть спазмы, он может быть дернуться, может быть напрячься. И, соответственно, там могут быть надрывы связок, сухожилий, мышц в итоге образоваться. Поэтому обязательно сначала перед мануалкой предшествует разминание, устранение триггерных точек. Согревание мышц, да, кровообращение ускоряется. И плюс что ты хотел сказать? Ну, хотел сказать, что мышцы расслабляются, ты не такой зажатый, легче достать какие-то, ну, наверное, моменты. Потому что мне один раз хрустнули шею вот так-то холодную. И чего? Потом прям я чувствовал надрыв в этих, ну, вот,
мышца. Висит, рука висит. Да, если надрыв, кстати, оно проходит очень долго, да? Да, долго, долго. Она там бывает до полугода может проходить. Было дело. Пока не становится, так, выдох. Еще разок. Еще. Еще. Вот это плечо лошадь. Все. Молодец, выдержал. И теперь обе руки вот так делаешь окошко и лбом. В него ныряешь. Переходим к шейно-воротниковой зоне. У многих проблемы, кто в офисе сидит, постоянно шея напряжена, у водителей. Водители, особенно сейчас же все в гаджетах сидят. Да, шея такое место. От шеи зависит продуктивность, это же кровь в голову поступает. Ну да, вся мозговая деятельность зависит. А если зажаты, как правило, тут зажаты вот эти вот мышцы, да, под черепом, то, соответственно, они стягивают шлем сухожилием, то есть любая мышца заканчивается сухожилием. И стягивают его, и получается, меняется внутричерепное давление. А это, соответственно, и хронические усталости, и метеозависимость появляется, и бессонница, ну, да, вот что. Плечи не поднимаю, вот эту расслабь. Если носом упираешься, могу подушечку дать. И нет. Нормально, да? И вот обратно декомпрессия поясницы в обратную сторону. Тазовых костей отталкиваем их как отбойным молотком. Снимаю напряжение тем самым пресловутым L5-S1. Вытягивание, декомпрессия, от межреберной невралгии избавляем. И переходим непосредственно к шее. Я уже во многих роликах объяснял, как эти приемы у меня называются. У них свое собственное самобытное название. Если кто помнит, напишите в комментариях, как назывался данный прием. Поперек вытягиваем трапецию и вдоль. Сначала растираем, согреваем. Вперёд, растягиваем и вдоль. Так, давай голову вот так прижмём и сюда чуть-чуть положу. Растянем вот эти мышцы. А здесь на сжатие. Отлично, в другую сторону. Сюда.
Руки немножко подправили. Так, теперь по центру. Причем называется эполеты. Рисуем на себе гусарские эполеты. Натягиваем скатерть на себя. И рука превратилась в кулак. Потерпи немножко. Да, вот минутку буквально потерпи. О, фу. Дадим отдохнуть. Зато мышцы сразу расслабились. Да. Чувствуешь? Угу. И согрелись, кстати, да? И согрелись, и расслабились, да. Тепло почувствовал? Угу. Сразу чувствуется, тепло побежало по спине, по шее, вот, да. Ткани. Отличный эффект. Да, вот сейчас на самом деле температура-то поднялась уже. Uh-huh. Градуса на 2-3. Так что смотрите, или бонусом, ты не просил, не заказывал, тебе еще с эффектом сауны. Да, да. Пожалуйста, ребятки. Полный прогрев. Да, сейчас еще позвоночник тебе вытянем, шею удлиним. Хотя тебе уже дальше некуда, да, наверное, да? Так высокий. Так, вот тут самые такие точки. А, вредные, болезненно, да? Ага. Здесь, да? Ну еще чуть-чуть потерпи. Я называю прием. Играем гамму на рояле. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Как мозги дало. Ага. И, конечно, это все акупунктурные точки, которые были под черепом, за ушами. Их очень много, я подробно про них рассказывать не буду. Вот тут диверсия скоро. Болезнь, да, знаю, потерпи, потерпи. И вот где виски избавляют от височно-головной боли. Тоже болезненно, да? Очень болезненно, да. Вот. Хорошо, запустили процессы внутренние. А массаж запускает очень много процессов. Это же все системы в организме начинают срабатывать. Эндокринная, иммунная, кровеносная, лимфодренажная, лимфатическая, желудочно-кишечная. Даже там электронные у нас есть системы. У нас же электричество есть в организме, знаешь, да? Да, да. Передают сигналы же в нервной системе вроде. Угу. Где сигналов? На ушах тоже точки. Всех внутренних органов человека и скелета в том числе. Хорошо избавляется от всяких головных проблем. Мозги, так скажем, запускаем. Кости черепа тоже, кстати, немножко подвижны. Вот мы их чуть дадим свободу движения. Приятное ощущение. Приятно даже, да? И вот раскрываем воротничок. Вот, опять все мягко стало, смотри, не болит. Да, 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 и уже не натянутая такая. Да, и боли уже нету, да. Ага. Вот. Помнишь, здесь был массаж, рельсы, рельсы, шпалы, шпалы? Да, да, да. Вот теперь объясню теперь его смысл. Вот мы рисуем рельсы, рельсы, рельсы. Нет, это шпалы, ставим шпалы. Лопатки не своди, расслабь. Шпалы, шпалы. По ним запускаем рельсы. Два пути у нас со стрелкой вот здесь. По первому пути пошли две вагонетки. Терпимо, да? Да, вот.
Вот из этих шахт мы выпускали ракеты. Вот вам ответ на этот вопрос, когда я показывал этот прием, да? Это запуск ракеты Томагавк или какая там, Топ-ЛМ. А теперь спускаем туда инструменты и рабочих. Занятки назад ушли пустые. Пошли по следующему пути, к следующей шахте. ПВО секретных наших сбросили инструменты и рабочих. Назад ушли пустые. И теперь к этим шахтам ведем ракету тяжелую, груженную, твердотопливную. Установили прямо туда. Назад легко, она ушла пустая. Туда тяжелая. На самом деле это мы делаем декомпрессию. Позвонков поставили. Вот. И теперь нам надо всю нашу дислокацию военную стереть, убрать, чтобы потенциальный враг не догадался, где у нас что лежит. Поэтому мы все это поле вспахиваем. Опять создавая гиперемию. Опять потянем шею теперь назад вместе с верхней трапецией, снимая дерн со всей почвы. Сняли, засыпали шахты полностью. Секретный объект, никто не должен знать, где он находится. Пошел крупный град. Ливень. Ливень затихает, пальчиковый дождик. Успокаиваем подсознание, успокаиваем систему. И на нашем поле заколосилась зеленая, зеленая трава. Все, это мы утихомирили его подсознание, потому что сейчас мы ему не скажем, а сами перейдем к более глубоким мануальным правкам. Сначала вытащим масло. Обязательно обработаем. И обратная сторона салфетки, свои собственные руки. Ваня, ну как ощущения? Ну, кайфово. Уже так расслабило. Уже расслабило, да? Уже, да. Ну, великолепно, великолепно. Сейчас мы тебе еще спинку поправим. И вот расслабляемся и выдыхай, когда я нажимаю. Еще раз. Выдох. Молодец. Разожмем. Многие насмотрятся роликов и боятся ударов всяких, да? Так, починку расслабь. На самом деле же терпимо, да? Да, терпимо. Ну, поохай немножко, Это не страшно. Так, и начинаем выщелкивать суставы. О, громко. О, слышно, да, тебя? Ага. О. Прикольно, в неожиданных местах хрустишь. Сейчас копчик еще тебе. Блин, не захватится. Да, не возьмешься. Ладно. Еще вот эти суставы ППС.
Ух. Тоже очень громко. Это как раз то, что тебе и надо было. Ну да, да. Помнишь, ты говорил, что да, не имеет там. Или постреливает. Так, здесь что-то. Было, было. После массажа хорошо поддается, так это все расслаблено. Кожа, да. Да. Вот. Мама, кошка тебе не таскала вот за шкирку? Ой. Все. Так, ну расстояние межпозвонковое тебе нормальное. Тоже потерпи немножко, такая техника ударная сейчас будет. Тут немножко руки может отдать. Или в голову. Хорошо, по рукам тепло пошло. Пошел ток, да? Ага. Так, а тут опрись лбом в стол, пожалуйста. Не, все правильно, давай в ту сторону голову. Дух подальше вот туда-туда. Вот так. Вот этот позвонок тебя беспокоил, да? Да, прострелил конкретно. В руки пошло? И в руки прострелил, и в голову прям, ну, так это. Да. Вот то, что нам и требовалось. Да. А вы боялись. Да. Ну, интересно, кстати, блин, по ощущениям. Все, что ниже груди, получается, в ноги. Стреляют. Да, вот с этой части ноги стреляют, все нормально. Не, вот еще пониже, еще чуть повыше, вот было место. Вот эти, да? Да, чуть повыше, вот там хорошо тоже так прошло вниз тело. Здесь вот. О, как будто расклеились. Да, как будто они расходятся. Да, ощущение такое. И это все было только подготовка для дальнейшей мощной декомпрессии. Сейчас мы как раз себя и растянем. Так, давай, выдох. Еще раз. Еще. О, еще раз. Так, вот тут. Вот так разводим. О, еще выдох. Ну, чтобы вы понимали, у нас нет самоцели именно хрустнуть. Дело в том, что посеточные суставы, которые по бокам находятся, да, и рёброво-поперечные суставы, они расходятся, сходятся, да, и таким способом это получается как насосы, они начинают напитываться. То есть вся наша декомпрессия, она питает суставы, позвоночник дольше живет, здоровой полноценной жизнью человек не иссыхает и в росте своем не уменьшается. Ну, опять же, при массаже прохрустело там, да, тут тоже большая часть. А, при массаже уже прохрустело. Да. Так, давай еще проснуться. Так, расслабились. Еще хрустнуло. Ага. Мне кажется, что там столько хрустит. Отпускай ногу, ягодичку, поясничку, все расслаблено. Потому что если не загну вас я, вот так вот, да, тебя так никто не загибал еще? Нет. Иначе, ребятки, вас жизнь загнет еще покруче. Поэтому бегите скорее к специалистам к таким, да, чтобы вас подправили как следует. И шею сейчас мы тебе подкрутим.
сам ничего не делаешь. Чуть-чуть я голову доверну вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот так, вот так, вот так, вот так. Расслабились. Плечика. О. Еще немножко. С другой стороны голову. Еще немножко вот так, вот так, вот так. Сам не делаю ничего. И контрольный выстрел в голову. Вот так вот. Теперь смотри, голову заворачиваю вот сюда. Ко мне. А, нет, это надо с другой стороны сделать. В ту сторону. Эту руку. Вот так. Оп. Потому что у тебя сколиоз левосторонний в данном отделе, поэтому мы будем править его вправо, в обратную сторону. Логично? Да. Давай эту руку за голову, клади себе на ухо верхнее. Сюда, да? Угу. Отпускай плечо, расслабь, расслабь. Все расслаблено. О, это позвонок был, да? Да. Вот тут. Еще. И еще. Теперь руку за спину клади. Да не, не прыгай, просто расслаблен. Просто даже пусть висит. Ну, с этой стороны подойдем. Все, можешь пока ровно лечь. Угу. Не держи таз, все расслабляй. Расслабляй, еще расслабляй. Держишь. Ягодичку расслабили. Так. За ногу я тебя подниму. А ты ногу не держи. Расслабь бедро. Ягодичку, поясничку. Опа. Еще расслабляй, расслабляй. Не держи ногу. Не держи. Вот так, раз. И еще раз прохрустели, да? Да, дожали. Все. Дожали то, что не до этого. Не дожали. Так, ну теперь извушка, поворачивайся к морю передом, ко мне задом, на бочок. Так, сажусь, да? А, ложись. На бок, да, ложись. И эту коленку к себе. Угу. Да. Эту руку из-под себя. Вот так на ногу клади. Эту руку назад, голову тоже назад. И просто руку, ногу тоже побольше назад отцепить. Оп. Расслабились и отсчет три выдох. Раз, два, три. О! Вот оно все и было. Вот отсюда до сюда, да? Да. Вообще класс, то, что и надо было. Теперь ко мне лицом, к морю задом. Вот секрет сказки про рельсы я уже рассказал, да? А теперь сказка про избушку. Почему она переворачивалась туда-сюда? Чтобы отправили ее с разных сторон. Правильно? Ну, что-то. Слышишь, все подумал. Висит. Да. Назад. Да, это назад, пока ничего не делай. Раз, два. О, ну это вообще мощно. Канонада. Ну надо прям, да. Так, и сразу на спину ложись. Угу. Так, ничего, жарко, может себя не прикрывать. Да. Так, сейчас посмотрим, вот эти вырвались косточки. Они уже ровнее стали. Так, по ногам. Не держи ногу, не держи. Стопы расслабляй, расслабляй, все висит. Все висит. Так, ну вот эта нога еще короче. Была на сантиметр короче, сейчас она короче, миллиметров на 5. Так, вот тут уперлись. Ага. Ну не сильно, не напрягайся, просто прямая нога. Это расслаблено. Сидит, продолжаем расслабляться. Чувствуешь, как растягивается? Ага. Может даже вот из любопытства просто ладонь сюда положить.
Да-да, я прям чувствую, как он вот сам ходит. Таз ходит, да? Да-да-да. Так, посмотрим твой. Косточки еще немножко так. Пододвинься к этому краю, свесим ногу вниз туда. Ага. Угу. Еще больше, чтобы она висела прям. Чтобы висела. И смотри, я давлю на ногу вниз, на вдохе. Задерживаем дыхание, поднимаю вверх. Вдох. Толка вверх. Угу. Не со всей силы, так умеренно. Тянем, 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 еще, еще, еще. Выдох. Расслабляю, расслабляю полностью. О! На выдохе просто как. Ага, надо, ну. Как блин, на сковородке разлеглись и все. Так, еще раз вдох. Тянем. Ногу вверх толкай. Тянем, 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 тянем. Выдох. Расслабились. О! Жиль, 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 пока лежит. Просто лежим. Продолжаем расслабление. Ого. Угу. Обратно по столу выравнивайся. Повыше, повыше, повыше. Ну, ноги, кстати, вот уже выровнялись. И по лодыжкам, и по пяткам. Стали ровные, и по пальцам большим тоже. На одном уровне. Ну, даже я пока сам чувствую. Вот этим касаешься, да? Да-да-да. Ну, чувствую, что симметрично, не смещено никуда ничего. Ну вот, да. Потому что таз встал на место. Вот, выровнялся таз. Ну, и это еще не все. Расслабляем ногу, продолжаем расслабляться. Висит нога, висит, падает, падает. Бок наклоняем, ногу наклоняем. Опа. Сюда, сюда. 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 Ой. Ты же там внутри еще. Ага. Тазобедренный сустав, да, все правильно. Расслабляемся, ну тоже понял, что надо только расслабляться. Сейчас тоже было? Угу. Готово. Перейдем к рукам. Добавились. А, все. Совсем чуть-чуть. И расслабляемся. Давайте постоянно будем хрустить, да? Было, да? Да. На плече. Отпускай, пускай руку, ты сам ничего не делаешь. Просто расслабленно, расслабленно. Онемело? Да, ну так же тоже пострелил, да. Просто тяжело расслабиться, знаю, что будет. Ну я да, я чувствую, что ты не расслабился. Ну, просто полностью было. Ты расслабился совсем. Вот сейчас очень было. Да.
сейчас уже круто, да? Приход пошел. Да, да, да. Не двигайся, не двигайся. Как раз я тебя подвинул сюда к краю стола, чтобы ты зацепился с коленками за краешек. Зацепись. Так вот, да. Мы сделаем тебе мощную декомпрессию всего позвоночника. За череп выдернем. Ноги. Ноги, позвоночник. Смотрел первую часть «Хищника» со Шварценеггером? Да, конечно. Когда они к нему, помнишь, в пещеру, когда мы еще зашли, там висят такие человеческие черепа и позвонки. С вырванными позвоночниками. Да, с вырванными позвоночниками. Ну, вот у меня тоже такая коллекция в той комнате. Так что не волнуйся, все пройдет. Сейчас пополним. Да, пополним коллекцию. Отвалу. Итак, друзья, если это видео наберет 100 тысяч лайков, то я вам покажу свою коллекцию черепов и позвонков от удачных приемов костоправа. Так, расслабились, продолжаем расслабляться. Потянем, потянем. Потянем. Расслабились. Смотрите, что сейчас будет. Откройте свои уши и слушайте бандерлоги. Это было мощно, но вверху, да? И поясница. И до поясницы дошло. О, отлично. Ну, значит, может тоже раз тебе не дергаться, потому что все уже прошло успешно. Ну, вот прям в пояснице так хорошо разошлась и шея. Ну, давайте на грудной отдел еще. Вот на грудной можно, это приятненько. По-другому сделаем, да. Немножко по другим наклонам и углом. Ох, отлично. Было, да, до грудного отдела дошло тебе. Да. Вот, все точно, дифференцированного Олега Лапогудина на тот отдел позвоночника, на который хотел воздействовать, там произошел щелчок и раскрепощение. Так, ну сейчас проверим твою шею, где атлант на месте стоял. А, тут немножко выпирает. Так, отпускай голову. Головушку отпустили, расслабили. Ну, ты придержишь. Ой. Вот. Ага. Держишь, еще расслабляем. Еще боишься, да? Да. Так, еще расслабляем. О, вот так вот. Отлично. Давай пять. Мы с тобой молодцы. Давай вставай и делись впечатлениями. Ох, ну прям вообще легкость в теле. Да, пришел с жалобами на головные боли, боль в грудном отделе. Ну руки мы тебе сразу подправили. Да, просто мы еще до... Так, да, ну расскажи, что у тебя было. Ну, собственно, пришел я с проблемами грудным отделом и с болями в голове, шейным отделом и поясничным. И поясницей, да. Мы протестировали, пропробировали сначала, выяснили, где боли, в чем причина. Да, еще вот до камеры мы как бы тут уже начали, по сути, уже костоправские движения, уже да. Что-то часть прохрустела. Ну, после правки прям чувствуется, что и плечи, да, свести стало легче, потому что до этого, как бы, из-за того, что еще у меня сколиоз, немножко плечо было вперед поданное, да. Сейчас прям стало, как будто снял мешок картофельный с плеч. Очень большое спасибо. Мешок с камнями. Да, те, кто смотрит, сомневается, рекомендую, сходите обязательно, не стесняйтесь. Какая приятная пластичность. Да, 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 прям приятно в организме. Ну ты встань, потянись, как ты в тех позах, где ты чувствовал боль. Вот я до этого, наклонах. Да, вот поясницу, я с утра вставал вообще прям поясница, то есть совсем прям не шевелилась, было тяжело. Сейчас нормально, да? Да, сейчас стало легче вообще, и вот в грудном отделе, шея, влево вообще не поворачивался, вот мы когда, да? А, кстати, говорим. Да, поверни-ка влево. Ну вот влево вообще. Слушай, 90 градусов тебе. Да, до этого вот вправо шея поворачивалась хорошо, влево не поворачивалась. И вот это мышцы тянуло сейчас? Да, да, сейчас вот все расслаблено вообще. Прям. Не тянет, да? Не, не тянет, ничего вообще. Супер. Отлично. Да, потому что даже водители поймут, ты едешь, ты в левое зеркало, когда смотришь, шея не поворачивается, начинаешь телом крутить вправо, вот как бы вообще. Да, плечами уже разворачиваться. Да, нужно уже разворачиваться телом. А так вот сейчас, как у совы, могу нас пойду посмотреть, да. Вот. Все, ну давай до новых встреч. Да, друзья, вы пишите комментарии, мой телефон всегда указан где-то внизу. Меня зовут Олег Лапогудин, ищите на всех социальных сетях, во всех поисковиках. Не стесняйтесь. Записывайтесь, вам понравится. Да. Пока-пока.